Начинаем тестирование печки. Первая печка парк пиролизная с нижним поддувом. Сейчас будем испытывать ее с принудительным нижним поддувом. Зажигать печку будем с Вьетнама. Привезли какую-то сосну специальную. Даем поддув сразу. Выведем печку на проектную мощность и тогда засекем, за сколько закипит литр воды. Сейчас наберем водички 1 литр и засекем, за сколько он закипит. Время на экране, я буду делать паузу, но время непрерывно на экране реально отражается. Вот в связи с тем, что печки с нижним поддувом и у них высота пламени выше, чем газовый горелок там. Я имею в виду, то есть пришлось вот такую ветрозащиту дать повышенную.